Продолжаю записывать образы Стары в стихах. Это образы Стары, то есть это не выдумка очередного букваря. Это наши старорусские образы. Буква М. Пара за руку идет, папа песенку поет, мама нежно подпевает, и малыш не отстает. М, как мостик через руки. М, мелодия из звуков, математика, матчасть. Невозможно мат украсть. М, материя, М, мать. Только мать жизнь может дать. М, мать родина икона, образ все еще знакомый. Ромцы-анцы так заврались, где-то глупости набрались. Никон явно что-то попутал, разновел такую смуту. Те реформы только дурень на соборе полоумном мог придумать и внедрить. Как теперь нам в этом жить? Русь вернется, Тара с нами, и мать родина сердцами всех в народ соединит, да культуру возродит. Много тысяч лет иконе, как и М в устаканоне, звезды крепости Руси человечество спасли. Мать как мост между мирами, для монахинь есть и храмы, мать всем жизнь в телах дает, без нее весь люд умрет. Образ Богородицы, значит Благородица. Мать род Иня, женский род, мать с отцом, ребенок плод. Христа Инь, отдельный образ, пририсован был ей волос, на лице усы, бородка, перепили анцы водки. Естество хотят отнять, ну уроды, свою ж мать. Ну вот как здесь не ругаться и в спокойствии остаться? Просыпайтесь, люди мира, раскрывайте очи шире, только гнев в узде держите, мудрость русскую храните. Нет культуры в храмах наших, крестоносный дух угасший, наизнанку мир ведь строит, но народ все еще помнит. Букву У не забывайте, Русь вернется, так и знайте. Буква Э и буква С. Все предусмотрел Творец. Благо нашему роду. Пока-пока.